Они сейчас затыкают труп в этом концерте. Поэтому хочу прочитать вам несколько стихов. Ведь я уже, к сожалению, не могу. Стихи еще читать могу. Наберите терпение. Это флотский клуб. Они будут посвящены морю. Они будут. Ну, спасибо. Давай еще так. Алло. Они будут посвящены морю. Второе стихотворение называется. Подлодка Наутилус. Завистливый компьютер. Не ходят стрелки вверх, и вспоминая фарм мудр, застыли клетки на Гринбе. Что, вдруг проник опасный вирус? Что, шпарцы все уже забил? Нет, что подлодка Наутилус подводной зарает мир, а под водой все жрут друг друга, и лучше скажем враг врага. Электроскат скатит на пругу, антенну лодки взял врага. Да вот, да, вот компьютеры записали, и оператор не удел, и капитан там раз все мысли, разлом земли не потерял. Так что там, тектонические плиты нахлёст давятся, смерть материкам. Спеша адмиралтейству сообщите, обдать и похоже только Божье это дело. Дадить его не сможет мы, а почему? Вырывай подлодка смело, а дальше от подводной тюрьмы. Тут недавно была передача по телевизору. Дело в том, вы знаете эту историю, когда последний царский флот, остатки последнего царского флота императорского, были отведены в Бизерту матросами, адмиралами. Там был знаменитый адмирал, который рыцарски воевал с немцами. Вот я сейчас прочитаю стихотворение, посвященное этому сну. Последний царский адмирал привел эскадру к Петербургу, а смола кто-то в рупор закричал, что мысли вас не будет ждать. А вы к одесскому корпусу дежурили, детей эскадренных учили. Во всех плотах потом они служили, да вот в Россию не пришли. Девчонки замуж за тунисцев выходили, детей российских растили, а корабли все гнили, гнили, пока так не умыли, как не пошли. И жена стащит, продукт не давно, не славу стащит, а за труд и спустят собственным ведьмом. Вот вы себе представьте, ребята, весь этот бой в Чаду случилось там на Балтике в 2015 году. Наш эсминец на миг, пусть не грозен на миг, германцам есть чем их мощней корабли, все равно башни плыть, им чуру рыбцам правил кормить. В кромешном бою вот нас всех не убьют, но врагов мы сумеем побить своей. Скажи там, дают?